Здравствуйте, дорогие телезрители! В прямом эфире программа «Случай из практики» и я, Екатерина Борж. Для начала озвучу вопрос телезрительницы, который пришел на электронную почту нашей программы «Случай@rtk.ru». У меня радостное событие. В ожидании малыша уже вышла в декретный отпуск и поняла, что у меня слишком много свободного времени. Раньше как-то работа не давала об этом задуматься. Не знаю, чем заняться эти 2 месяца. Приданное приготовлено. Очень тянет к творчеству. Подскажите, что выбрать из массы направлений? О том, чем занять свои руки, при этом реализуя творческие способности, нам расскажут наши гости. Мария Ануфриева, мастер по декупажу. Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Дровнина, мастер по карт-мейкингу и скраббукингу. Еще нужно выучить, как правильно говорить. Здравствуйте. И Наталья Мартынович, занимается домашним мыловарением. Добрый день. Телефон прямого эфира прежний, 51-67-67. Звоните, ну или пишите к нам на ICQ. Чем вы занимаете свое свободное время? И занимаетесь ли вы каким-то творчеством или вас интересуют чисто практические вещи? Звоните, может быть, задавайте по тому, чем наши мастера занимаются, вопросы. Мы с удовольствием на них ответим. Или пишите на ICQ. Есть такие возможности и такие. Но для начала хотела бы спросить вас, ну вот в целом творчество, что для вас? Вот почему вы решили им заняться? Не конкретно вот теми вещами, которыми вы занимаетесь, а в целом творчество. Или, может, всю жизнь этим занимались, по-другому все в жизни не представляете? Ну, я, например, рукодельничаю вообще с детства. То есть вяжу, шью. А когда у нас начался ремонт в квартире глобальный, я поняла, что нужно научиться самой декорировать какие-то вещи интерьерные. То есть все-таки практическое назначение было изначально, да, у творчества? Да, все верно. Чтобы, например, кухня была уютная, детская. И открыла для себя эту технику, декупаж. Вот больше 2 лет уже декупажу. Натали, что для вас творчество? Давайте я сейчас скажу. Я тоже творчеством с самого детства занимаюсь. Там вязать крючком я научилась, не знаю, наверное, лет там в 7 уже вязала. Ну и вот так дальше по жизни я шагала, как бы на очень много кружков ходила, занималась рукоделием, все. И потом долгий был перерыв, но сейчас вот все равно к этому тянет. Занимаюсь очень много чем, и декупаж, и вязание, и валяние шерсти, и мыловарение. Ну вот очень много, как бы у меня есть такая возможность еще этим заниматься. Вот. И для меня, наверное, в первую очередь тоже вот создание каких-то уютных, теплых, милых вещей, которые, мимо которых ты потом проходишь, и тебе там приятно, какие-то ощущения приятные. Ну и вот так как почти профессионально этим занимаюсь, это возможность общаться с людьми и дарить им какую-то радость в жизни. Ну, вот это для меня как бы творчество, да. Наталья, почему? Что такое скраббукинг для начала, наверное? Да, объясни, может, телезрителям. Скраббукинг – это искусство оформления фотоальбомов, а кардмейкинг – это изготовление открыток ручной работы. Вот. И для меня это просто жизнь. Я живу этим, зарабатываю этим. Направление достаточно новое, как вы говорили. А почему, как вы это для себя выделили? Ну, потому что руки чешутся. Мне нравится работать с бумагой именно, а не с пластиком, например, или с пластикой, или с салфетками декупажными. Мне нравится работать с бумагой, с лентами и оформлять именно композицию. Вот это. Наташа очень много лет работала дизайнером, поэтому у нее вот... Это логически вытекло. Да, как-то притекло. Марьяша, вот у вас псевдоним такой, да? Все вас знают как Марьяша. Если можно, я тоже к вам буду так обращаться. Хорошо. Расскажите про декупаж. Ну вот дамы, присутствующие здесь, все знают, естественно, да, что такое декупаж? Для остальных я не думаю, что это сильно понятно. Декупаж. Вообще слово произошло от французского, что означает «вырезать». Мы вырезаем из салфеток. Не знаю, нормально. То есть вы скупаете во всех магазинах самые красивые салфетки, которые предложены, какое, да? Какое точное, верное определение. Кроме салфеток используем еще вот такие вот рисовые карты, тонюсенькие, очень симпатичные. Сейчас большой выбор в наших магазинах вот таких вот вещей. И берем салфетку, берем досочку, наклеиваем на нее. А то есть только на досочках делается это, или это Почему? Вообще на любом материале возможно? Я сейчас покажу как раз вот на 4 поверхностях, что я делаю с этими салфетками. Вот, допустим, салфетка, подрисован фон,
сделаны тени, выделен рельеф. Не знаю, видно ли, что здесь именно рельефная, как чеканка она идет. Вот. Немножко отсвечивает. Выдавлено, да? Или нанесено сверху? Нанесено сверху. Здесь на ощупь это... Да, на ощупь оно объемное. На ткани просто сделали образец. Просто взяли салфеточку, наклеили текстильным клеем. И надпись написана контурами специальными для ткани. Но это получается образец. В любом случае использование чужих образов. Почему бы вот, свое что-то не нарисовать? Свои образы. Мы сейчас сотрудничаем достаточно активно с мастерской Югдарт. Вот разработка коми-орнамента. Это украшение, Туровой, да? Это кулончик. Если можно, зафиксируйте немножечко, подержите, чтобы наши телезрители увидели. Подержите. Так, держу. Вот такой вот орнамент. Это вот прям с нашей спецификой. Да, это уже сделано фотографией и наклеена распечатка на заготовку деревянную. Есть еще вот такие вот варианты. На стекле декупаж, это тоже салфетка. Рельеф был изначальный. В египетском стиле, да? Жалко, что не показать нашим телезрителям. На самом деле это бутылка с сюрпризом, да, внутри. Я попробую. Просто. Не, вряд ли это будет видно. Но вряд ли. Внутри там тоже как бы картиночка наклеена, обратный декупаж. Такую же тему я наклеила на пластиковую обычную дешевую тарелочку, которую продают в любом хозмаге. Вот. А как-то практически их использовать уже можно? Ну, бутылку, я думаю, жалко будет использовать, потому что... Но хотя, в принципе, можно. Тоже, наверное, да? Для практического использования, например, у меня есть подсвечник. Я его использую для свечей, таблеток. То есть мы зажигаем. И, тоже какие-то элементы салфетки, что ли, получается? Это наклейка обычная, которую Наташа использует в своих работах. Хрустальная паста, один из... материалов, которые используются в декупаже. Здесь уже нанесен специальный клей для запекания. Я его запекла в духовке, этот декор. И можно даже мыть в посудомоечной машине. То есть какую-то посуду стеклянную можно использовать по назначению. Ну, это вот примеры все готовых работ. Я думаю, вы нам сегодня покажете что-то, как можно сделать, да? Да. И прежде, до этого, я бы хотела нашим телезрителям напомнить телефон прямого эфира 51-67-67. Звоните с вашими вопросами. И у нас вот уже поступил вопрос на ICQ. Телезритель там более активный сегодня. Расскажите, пожалуйста, как реагируют ваши близкие на ваше такое хобби? Мне это все нравится, а муж не понимает, считает, что это траты денег. Может, подскажете аргументы в пользу рукоделия? Это вам с тем вопросом. У всех мужья так считают. Да, но они потом привыкают. Конкретно у нас. Наверное, кроме того, что это трата денег, это же еще много всего дома расставлено, разложено по полочкам, да? Потому что просто на полу лежит. Заготовки, салфетки. Но в основном мужья начинают мириться тогда, когда рукодельница начинает зарабатывать этим неплохие деньги. И тогда мужья начинают поддерживать, советовать там. Даже советовать что-то? Да, даже советовать. Вот здесь вот ты неправильно что-то сделала, давай лучше вот так вот. На самом деле, когда есть отдача, и муж это видит, или признание там близких, да, что близкие в восторге, что жена счастлива, да рано или поздно все равно найдет взаимопонимание. И еще один вопрос уже как раз-таки по декупажу. Хочу начать заниматься декупажем. Подскажите, пожалуйста, с какими материалами лучше начинать работать? Салфетки, рисовая бумага или ткань? Для начинающих, понимаю, да? Посоветовала как раз рисовую бумагу. Она гораздо проще в обращении, чем салфетка. Она не тянется, она хорошо ложится на предмет. Можно взять любую досочку, которая есть в доме, рисовую карту. Она не резать-то потом можно? Или вот да, такую уже трогать нельзя? Можно. Она практическая такая досочка. То есть мы можем тут что-нибудь порезать. Допустим, вот ключница у меня с птичкой, она у меня висит в прихожей, как правило. То есть используется все по назначению. Я стараюсь такие вещи делать, которые... Можно применять в быту, да, практичные вещи. Сейчас... Покажите нам свечу, да? Да, делать. Сегодня мы будем делать, я покажу, как можно без особых затрат сделать подарок за 5 минут. Берем свечку. Обычно для декупажа на свече используются более толстые свечки. Вот у меня есть три вида.
как бы поменьше. Желательно... Они тоже в открытом доступе в магазине? Вот как вообще с материалами? Они... В открытом доступе. Очень хорошо с материалами. Очень хорошо сейчас, да. Угу. Ситуация выправилась. Было бы время и в голове какие-то идеи, да? Конечно. Сейчас можно прийти и все купить. Есть специальный клей, конечно, для декупажа на свечах, да? Он стоит 400 рублей в магазине для творчества. Но я покажу, как без использования всяких... Как сэкономить 400 рублей сейчас? Да, как сэкономить 400 рублей. Во, замечательно. Я выбрала такую салфетку, замечательную, с оленями. Угу. Новогодняя такая салфетка. Да, с елочкой. Вырезала из нее фрагментик вот такого оленя. Мы сейчас будем наклеивать. Не знаю, угу. Виден, не виден. Так, значит, примеряю его на свечу. Нагреваю ложечку, обычную чайную ложечку, на свече таблеточки. Примерно время нагревания где-то минуточка. Желательно, если ребенок с вами декупажит, присматривать за ним, чтобы он не обжегся. Да, я думаю, так. Взрослый может обжечься. Ну, взрослые все-таки... Взрослых не так жалко. Да? Не жалко. Так, нагрели ложечку. Сначала мы прогрели серединку. Так, видно ли нашим телезрителям? Меня волнует этот вопрос. Если вы не будете перемещать свечку, то будет видно. Да, вот я держу ее. Периодически мы нагреваем ложку. И горячей ложкой мы нашу салфеточку проглаживаем. И она как бы впаивается туда, получается. Да, да. Проступает парафин. Собственно, парафин-то и наклеивает наш фрагмент. Вот таким вот образом мы проглаживаем. Стараемся, чтобы не было ни пузырьков, ни складочек. Ну вот мы приклеим сейчас, а как закрепить, или это он достаточно хорошо уже будет держаться? Да, это уже готовый декор. То есть мы ничего дополнительно не делаем с этой салфеткой. Срочно все бежим в магазин, покупаем свечи и делаем подарки своим близким. Потому что это легко и просто. В любом магазине, даже в продуктовых, тем более в магазинах для творчества. Хотя, Катя, вы знаете, я покупаю больше все через интернет. И выбор побогаче, и цены, конечно, пониже. Вот мы так проглаживаем. Дали, вы тоже делаете такие же свечки? Нет, свечи еще я не пробовала. Ну, здесь как бы, да, достаточно просто, каждый справится. У нас приклеен. Сейчас мы можем взять какие-нибудь контуры по стеклу. Большой ассортимент в магазинах. Можно там надписи там написать, точечками подчеркнуть. Блесточки каких-нибудь добавить, да? Да, блесточки. Даже элементарно лак для ногтей с блестками использовать. Просто поверх свечку мы покроем, и все. И наш подарок готов. Можно написать на кальке имя человека, которому это предназначено, и также кальку эту приклеить. И будет уже адресный подарок. Наталья, я знаю, вот вы тоже уже вы готовы, да, да, показать нам что-то. Готов. Пистолет уже очень интересный такой, да. Так, не опасный. Мой вид творчества, он вообще очень доступный, потому что используется бумага, она продается не только в магазинах для творчества, она продается в любых магазинах канцелярских даже. То есть вот обычная бумага. Картон. Нет? Ну, конечно же, картон, да. Но сначала я покажу вещи, которые вы можете... самостоятельно, вот сидя в декрете или даже по вечерам приятно там как-нибудь использовать время, изготавливать вот такие вот упаковки для подарков в виде открыток. То есть еще можно что-то сюда написать? Конечно, можно и написать, и положить сюда подарочек. И самое главное, что это все вы можете изготовить собственными руками, здесь нет ничего сложного. Только немного знаний, которые можно получить или из интернета, или на мастер-классах, или самостоятельно изучать как-то, или вот на нашей такой программе. Такой открытку можно и подарок. Ту же самую свечку, конечно, например, вложить, да? И все будет сделано своими руками. Да, и вот сегодня, сейчас я хочу показать, как просто за несколько, в общем-то, минут можно изготовить вот такую открытку в винтажном стиле с тремя розами, с подвесочкой. Основа у открыток чаще всего – это картон. Вот. Картон, плотность 250-280 граммов. Это в магазин пойдете. А вот эти скрепления? Вот эти скрепления я уже специально сделала. Это делается специальным инструментом. Вот таким установочные, устанавливаются люверсы. Но здесь я не буду это показывать, потому что это достаточно долго. Но это какой-то ткаческий, наверное, да? И, наверное, да, а это магазины делают для швейного, швейного дела. То есть там различные вот эти вот магазины.
Она складывается пополам с помощью беговальной палочки. Насколько видно хорошо будет, я могу убрать. Ну вот, это основа. Самое главное, основу это создать несложно. Главное сбеговать, то есть провести каким-нибудь твердым предметом или, например, крючком или вот этой беговальной палочкой, которая или тоже пальцем. В магазине для творчества. Пальцем нет, лучше или это будет крючок, или это будет спица, где достаточно острый, но и не слишком острый край. То есть ножницами может быть вот этой частью. Угу. Провели, и тогда картончик сложится без заломов. Ладно, это основа. Дальше, вы видите, есть вот такая подложечка. Эта подложка делается из... Сейчас вот тут у меня волшебное местечко, я достаю. Это скраб-бумага, вот скраб-букинг, скраб-бумага. Это бумага специальная, запринтованная, то есть нанесен уже рисунок. Она бывает двусторонняя, бывает односторонняя, тоже продается сейчас в большом количестве магазинов для творчества. Это можно купить, выбрать любую расцветку. Бумаги бывают разных плотностей тоже. Ну, здесь мы используем такую бумагу. Вот для наглядности и для уменьшения количества времени я уже вырезала под размер открыточки. И теперь нам нужно создать вот эту красивую линию. Путем вот. Обычного обрыва, обрыва, я догадываюсь. Да. Здесь мы обрываем вот где-то вот так вот, а здесь вот так. Вот таким обычным разрезиком, разрывом. Вот. Теперь, да, как это приклеивается? Приклеивается с помощью скотча. Скотч двусторонний, с клеевым покрытием прозрачным. Это просто наклеивается. Не знаю, нужно ли, чтобы это было видно. Если можно, я прочитаю пока от телезрителей наших сообщения. В свободное время можно занять, сидя у компьютера. Играю, и тут идет название игры World of Tanks, я не знаю, как, что это такое. И еще одна наша телезрительница пишет. Добрый день, я не так давно открыла для себя мир вышивки. Уже несколько картин вышила, дарю друзьям и знакомым. А сейчас осваиваю технику вышивки пайетками. Пока не очень хорошо получается, все время рвется мононить. Но я не сдаюсь. От Галины вот такое сообщение. На самом деле, начинали наверняка все с подарков друзьям, да? Только потом уже переходили к способу заработка, так? Ну, да. На самом деле, попробовать, вот, наверное, к вопросу телезрителя, вот вышивку можно, кстати, использовать и в открытке. Да, Галина, на заметку вам, да, можно открытки. Поэтому можно дарить нестандартный способ, просто вышивка и все, упаковать ее в открытку и подарить, сделать такой презент. Вот у нас образовалась подложечка такая необычная. Еще в открытках используют, кроме картона и скраб-бумаги, различные материалы натуральные. Вот это вот... забыла. Сетка. Джутовое полотно. Джутовое полотно, натуральное, натуральный материал. Его вот таким образом... А его где можно его, купить? А это магазин, где... подарочные упаковки. Ну вот, допустим, есть магазины, где упаковывают подарки, и там можно прикупить. Или цветы, например, где оформляют. А вы в интернете не заказываете, как Мариэш? Я заказываю. Я где можно, там и заказываю. Вот. Это будет основа для цветочков. Вот видите? Ее надо сюда приклеить. Но мы пока не будем приклеивать, будем приклеивать сквозным приклеиванием. То есть сначала создадим цветочки, а потом их вместе с этой подложечкой приклеим. Окончание того, как доделать эту открытку, мы увидим после небольшой рекламной паузы. Не переключайтесь.